первые, так сказать, весенние косули. Мама с прошлогодними сигалетками. Далековато, но они нас не интересуют. Мы начинаем поиски козликов с рожками. Будем смотреть, у кого что растет. Перед этим еще 4 штуки видел. Красавчик. Десятое или 11 апреля. Ну, уже вечер поздний. Рога высокие, я скажу. Ветер от меня дует. Разбежались. Еще одного козлика
в группе плохо уже видно, но они с одного помета, скорее всего. По три небольших отросточка будет, скорее всего. У этого не понять, у этого, наверное, два. Хотя он тут, может быть, еще разойдется. Ну, как-то вот так вот уже все видно очень плохо. Темно, слышу далеко. Видел я еще одного здорового, пока на лошадях катался. Но он в другой стороне. Там у него должны быть красивые рога. Довольно-таки. Так что ладно, разворачиваюсь в обратную сторону.